нами Анастасія Дмитрук, письменниця, авторка віршу «Ніколи ми не будемо братьями», які ми всі, мабуть, багато-багато разів слухали у різних версіях, так само на Фейсбуці всі, мабуть, постили. Скажіть, будь ласка, як давно ви це написали? Написала в кінці февраля, в початку марта. Тобто, коли вони особо активізували свою агресію в наш адрес, то просто не було вже сил терпіти, мовчати і слухати їх історії о тому, що ми вас любимо, ми браті, ми з вами, все нормально, і давайте жити дружно. При этом, когда их войска уже входили в Крым, забирают наши территории и рассказывают о какой-то своей поддержке, любви и всем остальном прочем. Давайте вірш подивимось саме в відео, а потім уже будемо з вами говорити. Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безлики. Вы огромные, мы великие. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные. Точно все описала, ще тепер не знаю, про що запитувати. Ви, здається, на всі мої запитання то чуйно відповіли. Але все ж скажіть, будь ласка, якими ви бачите стосунки між нами і тими людьми, які от...
Я вообще не могу представить этих отношений, потому что тут хочется, вот как мне, например, вот я за себя могу говорить, хочется максимально изолироваться от этих людей. Потому что мы настолько разные, у них своя какая-то реальность, это какое-то вот как НЛО, что-то вот такое непонятное, непознанное, кто эти люди вообще со своим мышлением, то есть то, что они мне пишут, те письма, которые они мне пишут, ну это разные. Пишут всякие гадости, всю свою желчь они мне пишут в личку, не щадя своих сил, они меня ищут, как только можно мне куда-то отправить, какая-то еще щелочка, какой-то комментарий, пишут, что какая ты такая сякая, и вообще, что у вас за страна, и какая у вас свобода, о чем речь вообще. Ну, то есть ужасные вещи, и я максимально хотела бы сократить свое общение, и тем более отношения с этим большинством. Не все, конечно. Многие поддерживают, действительно, многие с Москвы писали, что я живу в Москве, и это действительно правда, то, что вы пишете, хоть и стыдно, но так и есть. А вот большинство грязи зачем нам? У нас есть достойные друзья с других стран, да, вот, с которыми можно поддерживать отношения. Але я, честно кажучи, у вас є близькі люди в Росії? Ну, какие-то друзья, да. У нас есть дальние родственники из России, то с ними теперь уже контакты немного рвутся, потому что это абсолютно непонимание, неприятие. То есть они говорят одно и абсолютно неправду, естественно, потому что они дезинформированы и рассказывают нам, как тут у нас ужасно. И какие у нас тут фашисты все ходят по улицам. То есть ты им объясняешь, что нет, это не так. Они не хотят даже слушать. Вот они знают, как у нас. Вот им лучше видно, что у нас за окном. Вот там у себя где-то на окраине России. Они лучше видят, что происходит у нас, чем мы. И тяжело с ними общаться. Многие уже поссорились. Я знаю, вот мои родственники со своими друзьями, родственниками из России. Просто ссоры и все. Рвутся отношения. На, мабуть, у багатьох українців схожа ситуація, і без вашого віршу теж складно жилося. Вам взагалі комфортно в цій країні зараз? В Україні? Да. Ну, мені завжди комфортно в Україні, тому що це, ну, як моя країна і мій дім. Ну, звісно, те, що зараз відбувається, Это такой большой стресс, ты постоянно живешь в этом страхе, в каком-то волнении, переживаниях. Конечно, это оставляет свой отпечаток на настроении и на ощущение комфорта. Конечно, неприятно, что лезут на нашу территорию. А вы вважаете, что лезут на нашу территорию? У вас, вы, может быть, Дмитрия Киселева на вечер не дивитесь? Не, не дивлюсь Дмитрия Киселева. Ага, я избегаю его эфиров, потому что это травмирует мою психику. І мозк. А чому так склалося? Ну, там всі апелюють до того, що ми от жили в одній країні, ну, як ми, я це вже не особливо то пам'ятаю, але, ну, ці люди нібито жили в одній країні, там все таке, там братні народи, і тут хоп, різні країни, кордони. І чому ми такі різні? Чи справді ми різні? Мені кажется, ми завжди були різні. Ми абсолютно різні зараз, і це очевидно, і, по-моєму, весь світ розуміє цю колосальну різницю між нами, просто контраст. И мне очень жаль, что действительно у нас много еще людей, которые ассоциируют себя с СССР. Они не понимают, что уже живут в Украине. Они все еще живут какой-то памятью о своей молодости. Вот мы единый народ, вот мы все едины. На самом деле Украина – это Украина, Россия – это Россия. И пусть они живут так, как им нравится, а мы хотим жить вот так, как нам нравится. Ну что вы пропонуете? Их игнорувати? Ну... Ні, ну це ж діло опять-таки кожного. Ну, то есть... Ні, насправді, тобто дві великі, ну, насправді там російського кордону у нас там близько 1000 кілометрів, типу, з Росією спільного. Дві країни поруч, зрозуміло, у нас там є якісь певні стосунки. Ви пропонуєте їх обірвати, чи, ну, взагалі у всіх планах? Ну, мені кажется, що вони зараз уже і так обриваються, то есть без моїх предложень, вони просто рушаться. А так, ну, почему нельзя просто строить какие-то добрые соседские отношения? Вот просто. Можно, конечно, это будет стоить таких усилий огромных со всех сторон, но нужно как-то над этим работать. Але які мають бути стосунки України з Росією для того, щоб вам було комфортно? В первую очередь мы должны уважать друг друга. То есть не только мы их, потому что мы, в принципе, и так всегда демонстрировали свое нормальное отношение к ним. Они должны признать то, что мы как минимум независимое, суверенное государство, которое
достойна уважения и может и вправе решать свою судьбу самостоятельно и определять свою политику, ну и, впрочем, решать внутренние проблемы самостоятельно. Ви спілкуєтесь так трохи, мабуть, односторонньо з тими людьми, які по інший бік кордону, з людьми з паспортами Російської Федерації, вони вам пишуть про те, що вони думають, тому ви, можливо, можете якимось чином там стати виразником їхніх думок в даному випадку. Я думаю, вам не хочеться, але ви трохи ті коментарі і листи читаєте. До чого вони апелюють? Чому вони не хочуть поважати нашу країну, нашу державність? Потому что они считают, что вот они лучшие и все. Вот у них, вот они классные, а мы нет. Вот они старшие, и они знают, им виднее, как должно быть. А мы все тут занимаемся ерундой, потому что боремся за какие-то свои свободы и за свой выбор. И вообще считают, что мы тут продались Европе, Западу и всему остальному миру, потому что не с ними. Вам... Від того, що відбувається в країні от зараз, вам сумно, страшно, за вашими відчуттями? Все-таки, якщо ви пишете вірші, то ви, мабуть, найточніше можете висловити те, що ви відчуваєте. Бо нам насправді тут з цією рутиною нам дуже складно сформулювати це, назвати одним словом. Дуже страшно, тому що ти розчаровуєшся во всьому вокруг, крім людей, крім народу. Розчаровуєшся у власті, розчаровуєшся в своїх же сусідах, розчаровуєшся в этом, ну, просто во всем, что происходит, страшно, естественно, страшно. Ты не уверен в завтрашнем дне, потому что не знаешь, чем завтра все это обернется. И, конечно, ты переживаешь, волнуешься за все. И жаль, безусловно, очень жаль тех людей, которые умерли на Майдане. И то, что сейчас происходит, вот это даже какое-то легкое бездействие власти, то тоже это очень большое разочарование. Угнітають, в общем, це все. Я намагаюся зараз знайти відео, дуже цікаво, так трохи відволікаюсь. Російська поетеса, яка написала оду президенту Росії. Дуже цікаве відео. Для порівняння просто з вашим віршем, хотіли б дуже його увімкнути. Ну, мабуть, така доля. Але якщо знайдемо, якщо випускова група знайде, я буду їм дуже вдячний, тому що, ну, просто дуже контрастна штука. Ви говорите про якісь власні відчуття, а там такі терміни... Як би так сказати, ну, трохи загальні такі, як мінімум, радянські. А ви відчуваєте, до речі, ми змінились? От ви все-таки, ну, ви людина молода, того не пам'ятаєте, щоб все було раніше. Ви відчуваєте, коли вам згадують там люди старшого віку про те, що там, от, там при Союзі жилось, відчуваєте, що зараз ми абсолютно іншій країні живемо, да. Що ми відійшли від того? Я думаю, да. Ну, просто мені тяжело, звісно, сравнити, тому що я не жила в Совєтському Союзі, але те, що ми змінились, це, ну, как бы, да, ощутимо і однозначно. Потому что вот хочется какой-то своей независимости, своей самостоятельности. И в особенности после Майдана я со многими общалась, что действительно вот сознание у людей изменилось. Чувство собственного достоинства, вот оно сейчас преобладает. И то, что понимаешь, что действительно какой у нас народ свободолюбивый, и непокоренный, и не поломанный. И ты чувствуешь свою силу. Просто. Так, а можно, я не знаю, я, мабуть, зловживаю властным... становищем. От Лора Лоза звуть цю людину, яка, да, це трохи таке тролінгове відео, але просто для контрасту я б хотів його, щоб мої колеги показали. Воно таке, ну, ну, дуже, мабуть, дивно буде сприйнято нашими глядачами, хоча більшість з них його, мабуть, бачили, але все ж я попрошу його показати, будь ласка. Я нагадаю про то, что это ода президенту Российской Федерации Володимиру Путину. Заботится о россиянах, а его интеллектуальные возможности, стойкость характера и коммуникабельные способности и вовсе вызывают у верхней пешминки восторг. Несколько дней назад женщина отправила плод своего творчества на сайт государственного деятеля. Теперь, признается поэтесса, она с нетерпением ждет ответа и отзывов от читателей. Сейчас женщина определяется с музыкальным сопровождением. По задумке автора, аккомпанировать необходимо на исконно русском инструменте баяне. Когда стихи лягут на музыку, Лора Лоза представит шедевр широкой публике. А пока автор готова поделиться со зрителями лишь фрагментом «Триумфа». Путин Россию ведет в светлую даль. Твои пути, ты правишь мудро, Путин, ведут страну и в праздники, и в будни, наперекор всем судьбам.
Что есть и пить, решайте. Ну от, ваш вірш трохи зовсім по-іншому звучав. Ну, насправді, тобто, от ми живемо, це така ілюстрація того, що ми живемо в зовсім інших реальностях, і, ну, здається, українці зробили свій вибір, і ми знаємо, в якому світі, з якими цінностями нам хотілося б жити. А от тепер вибір варто зробити їм, будемо сподіватися, щоб наразі вони зробили його ще не остаточно. Дуже дякую нашій гості. З нами була письменниця Анастасія Дмитрук, авторка віршу «Никогда мы не будем брати».